Мы находимся внутри корабля в машинном отделении. Мы никогда здесь еще не были. Ну, мы были только на Авроре, да? Но согласись, не то же самое немножко. Там ты как будто в музее. А здесь дочь так хорошо справляется с лестницами. Я не понимаю, что здесь снимать, потому что это все очень круто. А еще у нас осталось около 12 минут. Что? Ну, сейчас музей закрывается. Сейчас будут ловить. Ну, вообще, Сергей, только-только. У нас целый день ушел на этот музей. Обалдеть. Здесь можно иркошутер устраивать. Пух-пух-пух. Пуш-пуш-пуш-пуш. А, Ирка. О, там еще дальше проход есть. Да, да, вот это котельная, открываешь и топишь тут уголь. Обалдеть. Сашка, сфоткай меня тут. Нет, я тебя просто на видео снимаю, то что а извини. Кто меня будет? А никто. Еще котельное отделение. Нет, здесь нельзя, тут смотри, видишь кирпич, знак. Так что идем дальше. Обалдеть. Это еще котельные. Обслуживающие вторую только трубу, да? Слушай, это ледокол, я слышал. Да? Да. А мы такие. Неплохо никогда. Что-то. Нашла? Отлично. Я тебя сфотографирую на фоне котла. Сейчас, Иришка, меня сфотографирует на фоне котла. Что там нашла, Иричка? Она нашла. Йоу. Вы слышите это? Мы что, уже... Может, мы уже плывем? Иричка, может, мы уже отплыли, надо было выходить? Не уходи, пожалуйста. Нам в ту сторону. Вот тут будет наверх подниматься будем. Это же. Да-да-да. Сейчас дочка наверх подниматься будем. А это порт? Очень громко, да, по-моему? Ёкс. Мамочки. Я думаю, что да.
машинное отделение. О, эти штуки, оказывается, вращаются. Только сейчас понял, видишь? Котельные, машинное отделение. Как тут все в порядке? Вот это ж да. Что-то меня качает. Реально качает? Мы же на корабле. Что-то раскачивают нас, что все пора вам, братишки. Потом просто смоет. Хорошо, если к берегу. Ну что? Мы тут нигде не были. Уже там пылесосит. Сейчас нас выгонят оттуда. Серьезно. Часы красивые. Просто всем пора уже выходить. Вот и качают. Плиточка. Там шляпа, видел, какая шляпа лежит? Там, да, очень атмосферно. Еще кабинет, да. Котельные, машины отделения. Вороны? Что же случилось? Окей. Я нашел бинокль. Вот ее только что построили. Это сука. Смотри, его только что построили. Куда она? Она нашла выход? Ивечка, ты чего? Ивечка! Не так много, 5 минут, Ивечка, поуспеем! Мамочка! Ой, а тут не выйти! Ага, мы не можем выйти! Да ладно, дочь, все хорошо! Да мы выйдем, зайненька, смотри, как просто. Тихо, вот видишь, все так скрыто. Мы на свободе, Имечка, ура! Ура! Ура, Имечка! Пойдем. Пойдем на выход. Ладно, пойдем здесь, да. Только не упади. Мамочки. Ой, тут скользко, осторожно. Осторожно, Анечка, не упади, пожалуйста. Тише, тише. Тише, тише, тише. Мы успели. Мы успели. Не надо так, не падай. Осторожно. Нет, он не уплывает. Осторожно, дай ручку. Ручку дай. Опускайся. Ничего, ничего страшного. Ручку. Что случилось, Имечка? Ты что там? Хорошо, что все хорошо закончилось, девчонки. Мы на твердой земле. Вам понравилось?